В Уральске стартовали учебно-тренировочные сборы по казак-куресе. В них принимают участие спортсмены от 14 до 20 лет. Цель сборов – подготовка к чемпионату Республики Казахстан, который состоится в городе Нур-Султан. После длительного перерыва, связанного с пандемией, на учебные тренировки съехались 33 спортсмена со всех районов области. В течение 2 недель юные борцы будут оттачивать свое мастерство с соблюдением всех санитарных требований. Тренировки проходят ежедневно в спорткомплексе «Арман». Мы приехали с Ирымского района, привез 6 спортсменов. Конечно же, юные борцы давно не разминались. Сейчас тренировки идут полным ходом. Все санитарные требования соблюдаются. С собой у каждого борца сменная обувь. Все спортсмены регулярно обрабатывают руки, носят маски. Я приехал с Каратубинского района. Занимаюсь казак-куресе вот уже на протяжении 6 лет. Здесь мы готовимся к чемпионату республики. Мы спортсмены, очень рады началу тренировок, так как долгое время были вынуждены тренироваться дома.